Всем привет! У меня в руках зачистные щипцы Stanley FatMax FM-HTO 96230. Применяются они для снятия изоляции, обрезания и обжима кабелей диаметром до 2,6 мм. Клещи содержат все необходимое для работы с проводами. С помощью резака ровно обрезается провод. Для обжима наконечников и фигурных клемм воспользуйтесь пазами с внутренней стороны рукоятки. Зачистка проводов осуществляется стальными губками. Пластиковой рукояткой выставляется ширина снятия изоляции и глубина проникновения ножей. Благодаря регулировке подходят для снятия изоляции с тонких проводов от 0,8 мм. Упругая пружина делает очистку проводов проще. Разожмете ладонь, изоляция снимается. Двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в ладони, не скользят и обеспечивают ровное и аккуратное снятие изоляции. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, комментируйте. Мы всегда рады обратной связи.